Добрый день, Бушуев Вячеслав, руководитель ландшафтной компании. Сейчас я вас познакомлю с очередным крупномером. Это у нас вишня. Она уже в этом году дала первые плоды. Возраст у нее 4-5 лет. И в следующем году она уже вступает в фазу активного плодоношения. Вот такая вишня. То есть все уже сформировано, вся крона сформирована. Дерево уже находится в... Дерево, во-первых, в отличном состоянии, выращено все в питомнике, на капельном поливе, были применены все агроприемы и вся агротехника, необходимая для здорового дерева. Вот такая вишня. Она у нас уже будет доступна и на осень 2018, и на весну 2019.